Время информации на телеканале РЕН-ТВ Брянск. В эфире новости 24. В студии Артем Сухоломкин. Здравствуйте. Разбой и покушение на убийство. В Бежецком районе Брянска сотрудник частного охранного предприятия в перестрелке с бандитами чудом остался жив. Здесь, рядом с помещением торгового склада на улице Вокзальной, двое вооруженных мужчин напали на инкассатора, который переносил дневную выручку. Оружие применили обе стороны. Сотрудник охранного предприятия ранен. Один из нападавших убит, второму удалось скрыться. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Полиция ввела в действие план-перехват. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.